Добрый день. Техника, мягкая техника, она достаточно представлена в широком диапазоне в нашем направлении стилевом. Я представляю стиль Гудзурю. Поэтому я думаю, что мы покажем интересные, яркие моменты, которые будут как бы интересны всем присутствующим здесь на семинаре. Тема сегодняшнего занятия – это у нас практика мягких техник. Значит, ну, Гудзурю – это слишком большой раздел, в принципе, все мягкое и жесткое, это все относительно мягкое, может быть, очень жестким, и жесткое может быть мягким. Здесь, в общем-то, на эту тему можно много что показать и, в принципе, рассказать. Мы решили сконцентрировать наше внимание на как бы, таких двух разделах. Это освобождение от захвата и так называемый блок на каждой руке, сопровождающий блок, удар, который меняет траекторию удара, в дальнейшем значит, прилипается за счет сопровождения к руке противника или там к ноге, и выводим на болевой или на бросок. Значит, вот, ну, значит, эту тему сейчас давайте вот я раскрою с моим ассистентом, мой ученик Дмитрий. Освобождение от захвата. Возьмем руки. Ну, ситуация, когда нам взяли. Значит, чтобы мне освободиться, я делаю движение. Раз. Два. В одном потоке. Значит, сама тема освобождения. Раз. Два. Когда я освобождаюсь, я как бы контролирую его руку, и он еще держит мою руку. Тем самым я могу наносить удары разные, всевозможные. Движение еще раз. Раз. Два. Он продолжает меня держать, я контролирую. Так. Как вариант. Значит, это как бы одна тема. Сначала мы показываем, а потом мы будем практиковать. Вторая тема. Блок на гашутке, который часто используется в кумите. Вот, и который, в общем-то, все его знают. Ну, на примере, скажем так, вот такой связочки и кусок, где мы делаем обмен на удары. Троечка. Здесь мы используем бункай ката сайпа. Смотрите. Еще раз смотрите. Раз. Вот бежим. Бежим. Второй удар идет. Два. Пошли. Еще раз. Понятно, да? Вторая тема тоже с нагашей руки. Значит, здесь тоже прилипающий блок. Нагашей руки. Взяли. Воздействие на стороне небольшого пальца. Третья тема, третья комбинация. Ну, это обычный переход. То есть, смотрите. Раз. По эвальвенте проходим. Рука. Змея. Раз. Два. Здесь мы можем добиться равно все. Ну как бы так. Значит, освобождение захвата. Раз. Два. Любая контратака. Попробуй.
За счет того, что мы к нему пролетаем движение, вот, может быть, вот это, или же то, что я показывал, движение, оп, движение сюда, перехватили руку, раз, захват сделали, не размыкая замка, держал оттягу, мы его атакуем. Еще раз смотрите. Раз. Еще раз. Раз. Перекладываем с одной руки, оп, в другую. Еще раз. Атака. Локти держим. Понятно, да? Значит, рукопашный, да. Значит, сопровождаем. Раз, сразу. Пошли. Значит, смотрите. Здесь надо надломить руку в локте, иначе не получится. Надломили, завели, все. Надо убить, убили. Надо сопроводить, сопроводить. Понятно? Все. Леонид Щеткин, 7-й дан.